a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Потому что Украина, ну, в общем понимании, это Сталинград. Между Западом и нами, между миром Золотого Тельца и миром там, человека, которого Господь создал. Кстати, очень хорошо по этому поводу сказал чеченский муфти, который сказал, что сегодня идет схватка с сатаной и Россия на переднем крае. Ну, я перевожу. И Россия на переднем крае. Поэтому мы все должны ее поддерживать. Мусульмане в том числе. Дальше, когда мы победим, а мы должны победить, после этого мы там разберемся. Да. Кто важнее, там, Христос, Аллах. Сядем за большими столами. Да, и будем разбираться. Да, и... Но потом. А пока надо выиграть вот эту войну. Всем, кто говорит о том, что братоубийственная война, советую обратиться к Ветхому Завету, к там истории Моисея, который отправился на гору Хавор за скрижалями Завета, а потом вернулся и увидел золотого тельца, которого отлил Арон вместе с народом, и этому тельцу они служили. Моисей сказал: «Кто верный ко мне», после чего сказал: «Обнажите свои мечи и убейте всех остальных». Какая печальная история. Так вот, это, можно сказать, первая братоубийственная война. А раз Моисей у нас в каждом православном храме, посмотрите внимательно на алтарь любого православного храма, найдите там Моисея. Значит, заветы Моисея мы будем исполнять свято, уничтожая тех, кто молится золотому тельцу. У аргументов и фактов был вопрос. Думаю, теперь вы по-другому будете относиться к предубеждениям незнакомых котов. Вижу, вы удивлены и поражены. Знаете, это еще не все. Ждите большего. Но, увы, не в этот раз.